Снова. Так, всем привет! Итак, это финал турнира по железной башке 2. Сиквел. Встречаются у нас Куню и Транзистор, и которые на данный момент лидеры по железной башке 2. Да зря, конечно, на этом хаке решили. Ты не игру проводить. И играют они против Рика и Допи. Изначально было там две пары. Рик должен был сыграть с кем? Это не Распутником. Распутником, а Допи с Хайтом. Но поскольку они дезактивировались, то вступило в силу правило, что они имеют право выбрать себе кого-то из свободных партнеров. Но это никому не интересно. Поэтому играем мы до 5 побед. До 5. И тут Допи маячит. До 5 побед. Смотрю, вам уже не терпится. Уже выбрали составы. Играем мы на роме 108. Погнали. Погнали. Так, ну чё? Ералаш Куньо смотрит там. Куньо вот это подстава. Я так хотел мелодию... Ну, вот это как-то... Ералаш. А там она заглушается в конце. Ага. Просто... Блин. Ладно. Вы играете или чё? Да-да-да, 3, 2, 1. Короче, ломаю. Давайте. Полностью. Запросто. Не давай, хорош, все, пошли в бой. Да, ну тут нет. Ты только смотри, нету. Часто не выходи, когда надо будет. Когда счет будет. Ты замуж за него не выходи. Нет, да. Слушай, у меня пипец, это задержка капец. Что за пессимизм не в нашу пользу? Счет всегда будет в вашу пользу. Да тихо. Вообще ништяк будет. До вас. Куль открывает счет. Меня бегать плохо стало что-то. Там в начало. Ну вот так ты всегда, как только турнир начинается, сразу проблемы. Куню и Транзистор против Рика и Допи. Стрим идет. Беги, ты чё шагом идешь? Болею за Куню Транзистора. Конечно, его просто опрокинули в футболе, все сразу за меня не болеет. Сразу обиделся, так что я в хоккее выиграл. Почему? Я хоть сразу признак этого подал, что я обиделся на это. Ну понятно, что Куня от Транзистора выиграл. Капец, я вообще думал, Куня как хрень. Я изначально знал, что сильнее у меня в хоккее. Вот, нормально, Рик. Давай, пошел. Вот. А кто на воротах? Это Транзистор или Куня? Я на ворот. Конечно. Я не знаю, как прыгать. Я не успевал. На две кнопки. Застрял там. А, на две кнопки все сейчас будет все. Ну есть какой-то сервак, где не срабатывает прыжок, какой-то один сервак. Да. Листебан тогда не срабатывает. И не прыгает, у меня не прыгает. А кто у вас в поле? Рик? Я. Да. Если ты по стриму смотришь, там написано. А, ну я просто мало ли, может, ошибка. Рик Владину была бы. Я-то и думал, что Рик что-то. Бывает, вроде сразу нажимаешь, а Рик Владину летит. Угу. Допи, а ты что, обиделся, что они за тебя болею? Я себе сломался. Блин. Естественно, там бордурок стоит этот. Такого заботы, чё? Пистобан, кстати, ворует Колю. Я там переебал, вроде все-таки Рику успел. Да ладно. Блин, надо играть на вызову. Да вот этот песня бот, вот этот последний, который остается. Поставь середину бота лучше, а чё они по сторонам стоят, ничего не делают, дауны. Так, я ж поставил середину.
сбоку. Где он сбоку, смотри, бегает, дурак. Нет, по центру стоит. Не крути, yeah. Зачем? Блин, я себе не останавливаю. Спас, спас, нажми куда-нибудь. Ух ты! И ух ты! Где вышли из бухты? Просто чётко, красава! Откуда ты там вообще взял? Вообще бегаю, чё-то. Вот это ещё, видишь, прямо убивают. Там легче подгадать. У меня пол. Перекладина. О! Не-не, да я вроде сразу нажал. Как-то высоко. Было ощущение, что... Не налетай на него сразу, а то ты сразу на него налетаешь, он тебя убивает. Поздно. Да, я буду, зачем? Вообще мне бежит, падла. Вообще падла мне бежит. Вы видишь, зачем-то. Ой! Охуеть, это просто лак. Это как-то на приземлении какие-то удары, что ли? Он два уже забил. Какие-то боты там стоят, просто стоят боты. Этот дурак принимает, всегда мне не дает меч. Всегда какие-то боты забивают там. Бля, я даже не крутился. Он сам крутил. Я думал, пасом кидает. Да, ну да. Север, говно. Он солянку будет дать. Я вообще, блядь, не могу понять, как он бегает. Даже вот сейчас локоть не выставил. Нет. Мне вроде не лагает. Оно не лагает, но держишь какая-то. О! Ты чё, с первым было? Нормально. Блин, я сейчас держу полтри. Пол. Блядь, ты чё-то туда-сюда его мотыляло, блядь. Ничего. Давай, угловой реализуй. Вот стоит. О, он так оползёт, всё, давай. Пяк. Блин, и прыжок. Не сработал. Ты чё с угла-то бьёшь? Зачем? Ой, нормально. Ты чё на пятачок? Не поднял. Не поднял. 7-3 просто. Я даже не могу на центр выйти. Да. Рик умеет играть. Вот так же надо было ему мешать. Когда... Ты же не может пройти. Когда ему ничто не мешает. Разобьет он. Не поймешь, как он бьет. Нет, мне сервер не нравится вообще, говно. В принципе, вы можете договориться, чтобы на хосте выбирать ваш сервак. Если хотите. Вроде вниз. Нажал, получилось. Надо попробовать будет. Там еще пол. У меня Google 3, только на Blade нормально работает. То не всегда. Да блять, вообще пешком идет. Смотри, просто к воротам подбегают и все. О, молодец. Я тебя, блядь, объясняю, видишь, в чем херня. В чем? О, отлично, нашли. Цирк Чарли. Нормально. Цирк Чарли, блин, мячик теряем даже свои половины поля. Да убей ты его. Сам не убью. Цирк Чарли, блин. Одинок. Мяч получает и до ворот доходит. Так, сервак вы оставляете? Мы да. Цирк Чарли, бля. Мы да. Они кос. Ну я же жал. Да как так, я же жал, бля. На интернете тут висят, на телевизоре онлайн смотрят и еще в телефон. Блядь. Лишнее, все равно что можно, по выключай и все. А что купим Wi-Fi просто и все. Бля, отключу визгу будет нахер. Че за скорость максимальная там? Скажи, у меня турнир, кубок, все надо отыграть. Рик, чё за скорость у тебя максимальная в интернете? А, ну вообще... Провайдером заявлено. Габит поднимается. Сколько? Не бывает. 80 мегабит. Я проверял, когда у нас. Это много. Много, да, но вот как, блядь, нагружают, его не хватает все равно. Начинает сколько качает мегабайт в секунду обычно? Ну, вот торрентом, допустим, максимально было
9 гигабайт. Да, хз, че надо было тебе на листа поставить. У меня максимально. У меня максимально было 6, ну я с Wi-Fi все. А вот с роутера у меня 12. Да я пока че. Непривычные эти имена здесь переделаны. Ну да. Да и робот вообще. Короче, сервер меняем, я так не буду играть. Он просто бежит, смотри, проходит и все. Я, блядь, вообще даже к нему попасть не могу. Пошел вон. Пошел вон. Я не шло с ума. Все. Не умри. Нормально. Дал, как я отвлек его. Я ему глаза закрыл, когда прыгнул. Лучше угадывай. Лучше угадывай. Да, попрыгнул, где он прям. Хотя как знаешь, играй, короче. Смотри, бежит, глаза закрывать. Я понял, давай. Вообще руками глаза будет открывать. А как тебя не убило? В смысле, я ж думал, тебя убьет. Нет, нет. Его не убьет, у него коллизия вырублена, когда он ныряет. Блин. Пиздец, пиздец какой-то, все равно. Чего? Никто, вот, вот видишь, я проходишь, забиваешь, он точно так же. Да ничего, блядь, он вообще не бежит, сука. Давнище, не пугай. Нападай, сейчас буду так давай же делать. Ты что, просто чего, он бежит? Вообще, блин, ладно, давай, ты просто доведешь, ты сука. Давай! Разбей. Ах ты, чуть-чуть. Норм. Я думал, бить будешь. Чего стоит пока? Все, ломай их. Зачем? Блин, он пассы не дает. Четко на локтину. Смотри, два дебила бегут друг за другом. Три дебила бегут. Да убейте его кто-нибудь. Скиллер такой из-за экрана. Бегает просто так вообще. Три дебила. Бесплатно. Орешка бегает. Один раз. Все, все. А он бежит, блядь, куйня. Ломайте его! Я, короче, один раз на футболе крикнул, не ломайте, говорю их. Мне дали красный, потому что думали, что я кричу, ломайте их. Натупил. 5-5 залез на игрока. Еблан. Это я на воротах стоял, короче, ору ему, говорю, не ломайте их, а он говорит, ломайте, типа. Говорит, так сказал, я услышал, на тебе красную. Турбур какой-то, с вихрь что-то. Да. Вихрь 25. По нас метров в секунду. Что? Сразу нажал, а он все равно опять. О, блин. О, наглый английский бот. Пошел ты вон. Окей. Шли домой. Надо супер что-нибудь. Блять, зря-то. Да я что-то вниз опускался, думал, ну хотя бы бот опоздал, потому что с тобой он бежит. Ну типа понятно, наверх, ну ты смещаться будешь. Ну да, я думал, смещаться ты будешь. Я вот, блять, когда у него отбираю, не могу отобрать. Не то, что даже не могу, я не знаю. В тот момент, блядь, он срабатывает. Лоб, ну вот, у меня стрим, который я нажимаю. Перезапускается. Упал? Упал, да, но поднялся опять. Не забиваем пока, не забиваем. Да забиваем, забиваем, забиваем. Хорош, сказал забиваем. Забиваем. Почаще говори, забиваем. Гоу, 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 гоу. Попробуй. Не забиваем его, ломайте, ломайте его, ломайте. Почаще говори, забиваем. Успел. Смотри, сейчас будет тебя ломать. Да почему тебе прям на голову падает он? Я прям ухожу от тебя, думал, ты сейчас прыгнешь, а я так через тебя перепрыгну. Да обман зрения не получится. Да не юзай эту крутилку много раз, ты чё? Блин, класс. Потому что у меня сейчас никак больше не получается. Блин, а я посмотрел. Дайте мне мяч. О, а вы этого бота в защиту поставили, который у нас два гола забил. Не успел. А я не знаю, зачем его. А зачем ты этого глаза? Разбить можно. Бычий.
Бычьи яйца поставил. Я там сзади, если чё. Московское время 21:00. Идиот, смотри. Еще. Нет, 28. Сука, вот, спасибо. Нижним ботом. Ну да, сразу забиваю там. Чтоб взлетел. Боты как-то забиваю там сразу. Все, решай. Блин. А чё ты шагом-то бежишь к мячу? Спортивная ходьба. Побил ты этих дебила, а? Чё пошёл я? Давай сам. Его, по-моему, сбить можешь спокойно. Так, нормально. Как ты отобрал? Как он отобрал, если... Ох, ни хрена себе. Всё чётко. Да не надо было прыгать, надо было бежать просто к воротам. Что? Да, чтобы он меня подкатом просто сбил. Да он меня подкатом бы сбил, как я тебе бегу. На Ну я смотрю, у тебя не слишком получается бежать. Ты просто на него сразу бежишь, прям по прямой на него, он тебя с локтем легко убирает, и все. И крутилку юзаешь много. Блин, ну что такое за хуйня? Вот он сбил с локтя, и все, и бежит. Ты пиздец, я даже не могу, блядь, догнать его. Просто. Я же прыгнул! Надо было до конца прыгать. Хитбокс непонятный, конечно. Кто воздух отбивает, то сколько его. Топит, слышишь, я что-то. Погоди. Зажмонали там. Убиваю, а толку? А толку, ну что, я буду сбивать его. Свободен. Короче, свободен. Если ты бежишь на него просто и крутилку юзаешь, он тебя с локтя вырубает и бежит, сбивает. Так все галы были у нас. Да я понял уже. Вон опять, вот что тебе сделать, тебя сейчас бот собьет. Только крутилку юзди. Вон, прошелку у него. Хорош. Нифига себе. 2-0. Подождите, надо перерывчик делать. Надо что-то с интернетом что ли сделать. Пришел. Сейчас свапать. Хорошо, что не Холокост написано, а Перехост. Да. Холокост? Да, нет. Да, выбрал, пиздец. Мне кажется, это лучше, чем свап. Enter, отмена. Блин, я бы такой, что Японию и Камерун, блин, я так не люблю не играть. Мы Камеруна вообще жестко слили, единственный матч из 8, когда с Мафута играли. Вот, да. Остальные там попинаете, что-то проиграли. Там, хуй знает. Сейчас мы выберем Японию, а не, я не знаю, кого. Вроде Аргентину или... Ах, такая большая пицца, не могу доедать. Сейчас посмотрим. А чё, Рик уже все отошел уже, что ли? Ну, типа. Ладно, пойду тоже пока. Водички возьму, что ли. Студёный. Так, ну чё, есть там зрители у нас? Которые в СК2 ТВ сидят. СНР? Есть в Good Game Ромикс. Через Good Game сидит. За кого болеешь, Ромикс?
все притихли. Псы просто. Это ненадолго. Пошли на солянку, короче. Там пинг намного лучше. Погнали, погнали, Google. Погнали. Ой. Так. Ну-ка, остановись. Проснись, Андрюха. Потянись. И мопс. Так, на солянку. Становись. Меня уже не пускает. А, вот, пустила. Пожевала, но пустила. Обновление Game Ready Driver NVIDIA. У меня здесь пинг 80-82. Я на солянке, а вы? Вы тоже. Сейчас соли нормально. Мне на воротах проще, наверное, как-то будет. Ну, посмотрим. 0-2, наверное. На воротах? Хочешь на ворот поставить? Нет, я говорю, тебе на воротах попроще будет, чем мне с плохим пингом в поле бегать. Допи, ты где? А, вот. Здорово. 2, 3, 4, все, играем. Так, у него 2. Да, херово положение, 2-0, да? Ну, сейчас хост ваш. Переехал. О, ну сейчас-то можно Японию, наверное. Ну да, наверное, да. Так, здесь не я выбираю. Ромик с черепах играет, не может перевернуться. А почему? Живот. Странно, я же свап тыкнул. Должен я выбирать, потому что не просто. А чё за хрень? Я нажал свап, а все равно. Я помню точно нажимал свап. Так ты свап на том серваке нажимал. Я сейчас первый нажимал. Потому что я сейчас первый джойстик, а ты был первый до этого. Значит, F11. Вроде для удобства сделали, все равно путаница. Да, да не, просто не надо тупить. Просто перешли. Ну да. Как, Калыш? А кем же я под эту музыку? Так, Камерун понял. А, не, все суки не посовестили. Я прямую трансляцию смотрю. Как вы умудрились у Мафута и Эктопауэра выиграть? Да легко вообще они. Объясните мне. В смысле, на самом деле очень сложная драка. Это был эпичный бар. Я Эктопауэра редко выиграю. Ну, в смысле, я у него выиграю. Но не так легко. Переломный момент был как при счете 3-3, когда мы Аргентиной выиграли у Германии без лосса. Там пиздец, конечно. Кто выиграл? Мы. А мы кого-нибудь выиграли? Не вы. Вы вообще на халяву прошли. Правильно просто. Не, битва очень сложная была. Эктопауэр забрал еще тот. Мы тоже выиграли Эктопауэр с Мафутой. Да, ты чё, бля. Мы Мафуту с Хубой выиграли в НКД, и чё? Чё вы хвастаетесь-то? Я уже думал. Ну вот, мы с транзистором выиграли. Ну да-да. Ну тоже ничего так не было. Я уже думал, в Urban Champion выиграли. Да, их тоже там выиграли. А, кстати, чё это? Ты имей, да, вот такие лучше. Согласен с тобой. Лучше. Я еще слабее, кстати, Куньо. Я еще не могу выходить. Меня все равно убьют. Ломай Куньо, ломай его. Черный, давай, ломай его, черный. Хорош, черный, пошли. Залез. Ого, мяч в игре останется, отлично. Давай, носатый. Блин. Я думал, ветром унесет мяч вниз. Там бот мог зацепить. А он как раз спускался вниз, вы чё? А я думал, он по обычному ударит. Ты чё, блядь, говно? Ты чё жагом ходишь? Ты пиздец.
Я же знал, надо до конца прыгать. Все, не буду я так прыгать. Надо до конца прыгать. Я угадываю, что договорились. Говорю. Все. Сейчас все будут брать меч. Все, ломай его. Безглазый дурак у нас какой-то. Да безглазый, куда ты побежал? Слепой, смотри, с мечом. Он по воротам не попадет. Don't worry. Окей. Be happy. Сука. С первого, ой, со вторым ходи, на четвертого не ходи. Воу, как? Почти гол. Ты чуть думал, он не достанет, сори. Анопка! Отлично, хорошая позиция. Кнопка! Бам! Но он сильнее. О, ни хрена себе, как он закрутил. Я что взял бы, что прыгал, без разницы. Там убийство просто. Ну да, убийство. Ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Все, домой. О, исчез. Листья желтые, над кунью украться. Слава Украине! А на Украине сало растет на деревьях? Блин, зажали, офигеть. Куню. Да, так, цирк Чарли. На каждом дереве, даже на березах. А, нормально. Отлично. А, забирай. Нет, надо было вверх. О! Я прыгнул! И... Я прыгнул, он случайный был, если чё, мой. Как ты успел там? Да жми удар сразу, чё он просто как дурак бежит? Да ебан! Он просто мяч дает ему все. Он мяч получил, если не пасует, жми удар, пускай супером ударит. И это повезло. Я вытащил. Я понял, но он даже не успевает. Но он только мяч берет и бежит с мячом еле-еле. Видишь, он не успевает нихера. Ну а тот побежал, а этот нет, этот дурак вообще его защиту надо ставить. Я это смотрю. Окей. Три команды обыграли. Куню и транзистор. Смотри, блин. Доппи и Рик не одной. Доппи и Рик только сегодня первый раз играют. Почему? Лёва, ты смотри, сейчас... как и последний. Я постоянно остаюсь. Пиздец. Жми удар, вот он, видишь, просто так бежит и его с локтем убивает. Удар бы нажал, он супер ударил. Ты просто, через прыжок просто отдаем мечи. В перекладину не сможешь против коленочников ударить через прыжок. Сегодня Языч, не вчера учил, а Языч как от коленок уходить. Просто так мечи глупые отдаем ему все. Глупые мечи вам не нужны. Ну, зачем? Рыбалка, тактика. Вообще ничего. Все. Тройной тулуп. Вообще ни хера. О, блин. Там ветер, по-моему, помог. Никто не помогал мне. Беспомощный Доппи. Может сам попробую. Да он кроет меня, видишь, кроет меня, чисто кроет, и все. Все, ты козырная карта. Да блин. Нет. Бей супером. О. Ну ясно, домой просто. Жми удар, а ну гол. О. Просто сбиваю вратаря, все, один дотагивает и убивает. Потому что мячи отдаешь и... Вот сейчас супер надо бить, видишь, он просто бежит, пас не отдал, ты смотришь, как его убивают локтем. Ты не бей вообще, бля. Да он пас не давал, Да. Я сбил. Ну конечно. Не достанет оттуда. Я думал, ты опять его будешь. Хуйня. Ну этот-то не успеет, а верхний-то успевает. Верхний еще пробегает немного, а потом только. Он просто по прямой. Он тебя убивает и по прямой бежит. И ему никто не мешает. Зачем ты нижним даешь, если его сразу убивают там? Верхний хотя бы чуть пробегает. Да нет, верхний пробегает и потом... Ой, и потом только его убивают. То есть он успевает супер ударить. Просто иди до ворот и пробей низом. Сейчас дойду, видишь, меня кроет тут пасом уже.
Я тебе тут никак не пройду, если ты впереди стоишь и там хлопаешь. Песок. Видишь, пока ты вернешься, они уже здесь все будут делать. Ой. Все, мешай, первый должен на мече. Зачем? Все, первый, беги, первый принимай. Я сзади бегу. Лось. Хоть так. Там. Нет. Нет, даже нет. То же самое, как мы Аргентины, когда выиграли на лосе, они забили, гола не засчитали. Да это частое явление. Когда на тайме. Там лоса не было, там лос секундный был просто. А, вовсе не было, понятно. И мы в один мяч в итоге выиграли. На Бразилии. Самый напряжометр был. Как считаешь? Ну не немцев точно, они песок поставят, мы охуеем просто. Не, немцев не надо. Давай Камерун возьмем, хуй с ним. Ну ок. Берите все время. Ебанутая Италию. Команда вообще, это Камерун. Берите все время Италию, все время Италию. Че, да опять йогурт ест? Нет. До свидания, короче, до свидания. А всем. Что с ним можно еще делать? Что, надо собраться. Так. Это пароль. Короче, видишь, вот у тебя если пробегает. Да, вверх, вверх, вниз, вниз, лево, вправо. А, Б, Б, А, старт. Там пароль в дюне. Девастатор был написан. Тоник Бласт. Да. Все, теперь все крутимся, короче, и у нас у всех коленки. Все приемы. Меньше крутилок, Юзу, у тебя большой прыжок есть. Сало. Видишь? Смотри, видишь, что он... А, он тебя сзади кроет, ну ты супер ему ударь, чё ты. О, пас отдал Камеру, схуяси. Понял, в ударе, блядь, всё. Терпец, просто расстреливай. Нет. Блин, я забыл. Да. Счет у нас 3-0. У него лох. Давай, должны хоть одну встречу выиграть. Куда ты вставай? Yeah. Хоть так. Okay. Вот теперь наши боты будут вам так забивать, понятно? Давай я сейчас могу выйти. Да. Со второй сразу куда ты бежишь к четвертому? Со вторым, чтобы он супер не ударил. Со вторым не сразу иди на него. Да он в любой момент может подпрыгнуть. Ну и чё, подпрыгнет, ты его снизу подождёшь. Там хотя бы ты чё-то, а то ты бежишь с четвертым, как будто ты его кроешь. Он ему пас не будет давать, он супер ударит. Он сейчас мог на пятачок прыгнуть и ударить. А он бы не успел побежать. Блин, я его не смог сбить там. Он говорил почему-то вместо удара. Как смотри, кони, у Рих нормально угловы исполняет. Когда принимает, а не разводит. Да сука. Бегай. Пройди пешком. Все, пас проси там возле ворот. Ветер, сука. Бля, там он мне дал. А ну. Так. Ебать! Ты просто лишь на него просто убегаешь и все. Как так? Ну да, вроде сразу на пушке. Блин, словил тогда. Нет. Отлично, просто! Он был сильнее тебя, но ты. Ну. Ювелирно отбил просто сейчас. Это не нормально, им, нормально. Это не им. Поняла. Блин, блин. Опять так же, вверх только. Хорош. Угу. Вверх только, неправильно он говорит там. Что там удалось? 10 секунд надо бы сравнять, желательно. А то они не давай, еще не время давай. Надо... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пять, осторожно. А ты где? Алло, а ты где? А ты чё на середине стоишь, смотришь, как мне там бьют? Возвращайся. Ну, видишь, Куню сразу вот за тобой бежит. И тебе не дает даже бить. Не прыгай даже, можно даже не прыгать.
Через издалека, видишь, приходится бить. А он бежит по прямой и убьет просто. Лос какой долгий, смотри, что. Во, давай, давай, давай! Уже Бенни нажалась из-за лоса. Да-да-да, ты не забил. Кстати, на блопаса мотал что-то. Можно, кстати, но... Назад, короче, возвращайся сразу, когда они бьют так. Он, видишь, у него почему-то все. Ой-ой. Нет. Чё, давай ещё я на чё центре выпаду. Ой, ё-моё. Задолбал тащить. Это с того матча осталось. Маленько. Вообще удивительные составы. Найс, 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 найс. Уню и транзистор, кто мог предположить? До начала. Ну, я последний выбирал напарника. До начала. Я еще подумал. Жизнь кто-нибудь башки. Интересно возьмет. О, или нет? Может, как меня убил? 80. Кого возьмет? Куньо. А. Куньо не очень был заметен в первом. Просто Куньо никто не брал. Первый, все, кто выбрал, взяли там кого-то непонятно кого. Ну да. Пиздец. Ого! Ты сразу убегаешь вперед и все, видишь? Чего мне смотреть, если ты убегаешь? Либо беги вперед, чтобы я тебе плакс отдавал. Здрасте. Камеруна, я скажу, вот ты комментируешь. Довольно говенная команда, это повезет. Просто ты бежишь, понимаешь, на игрока, он тебя с локтя убивает, ты что-то крутилки какие-то делаешь зачем-то. Блин! Они даже не нужны, эти крутилки. Вот он, вот он! Там был мой чистый. Да, у него не был. Джойстики, и у меня иногда, блядь, не приказал я ботом. Мы же поменяли сервер, ты все равно что-то не можешь пройти почему-то. Нет, ну сейчас. Да, ё-моё. Куньо не был активен на первом розыгрыше железной башки. Отлично, он, что прыгнул. Не то один мини-баттл сыграл вовсе, я уж не помню. В этот раз он вышел в финал. Транзистор, кстати, ворвался в этот розыгрыш. Буквально молниеносно ворвался. Когда на диплом защитился. Да, после того, как на диплом 16 секунд на 2 гола забить. Ты выбегаешь на него, он тебя с локтя убивает. Я не знаю, за какое время ты набил эти 3 победы. Буквально рекордное там время какое-то было. Там как-то спонтанно и все были, и получилось, ну. Да. Уже под занавес первого раунда успел. Блин, меня Бенни же макается. Бля, ну ты спроси, зачем это? Что значит желание? Пробовал ваут выбить. Вот там бежит третий. О, странный у меня. Ты один, да? Один и время смотрел лось уже. Да блин, чё ты постоянно убиваешь меня? Пиздец, даже эту проиграть. Ну потому что ты на игрока бежишь, он тебя с локтя убивает и все. 3-0 или что там? 4-0. А от скольки играем? До 5. А, до все, 7. До свидания, мы домой. До 3, до 7. Только не до 5. До 28. Как обычно. До 7, до 7. Ну германцев бери что-то. Аж японцев. Берите синеал. Пусть уже, как мы с Тимошуком взяли Сенегал против Италии. Че песок может? Да, ну итальянцы. Ну ладно, смотри. Да, итальянцы тебе не особо бегают. Тебе бегать. Пусть стандарт. Немножко смерчи и всей хватит. Ксорксе. Ну и ник. Ксоркси. Тандаран! Сейчас проиграем, пойду сало поем. Ты лучше Хайта и Валеру Бутса найди. И вора. А
хай тут, здорово хай. Ну вот, Буца там, ворону пишите. Кого ты мне поставил, алло? Он звонит, у него телефонная трубка на голове. Чего у меня за дурак на воротах стоит? А, нормально, нормально. Я думал, ты мне какой-нибудь дауна там поставил. Даун-даун. Чё, пошёл, забивай. Блядь, ну пиздец вообще, пиздец, сука. Чё, как так? Ты чё, ломай, ломай. Вот, вот, вот. Блин, я вообще не видел ничего, что там происходило. Сразу выпрыгнуть хотел. Вот и все, ломаем и просто. Не давай ему проходить, просто мешай ему даже. Можешь не атаковать, мешать. О, бежит уже. Удержать этот счет. Бежит вообще. Воу, как так? Ух ты. Давай супер. Потому что не даун. Блядь, о, все, я... Давай, давай. Заблоковал. Заблоковал. Угу. Странно, у меня быстро прошло. Нормально. Он идет опять. Идет, качает, отдыхает на ходу. Еще красный тут пустой. О, да, тут уже. А может ты-то ловил какой-то супер? Штраф. Ну и выходить пробовать. Да вроде, вроде. Давай, давай, бегу. Ух ты, обошел. Значит, отойди назад, ты че? Если супера. Ну ладно, я на середине буду стоять тогда. Я потому что уже не успею там ты. Ту работу делаешь. Первым, с первым рядом не нападай на него, не надо. С первым делом, с первым делом. Самолет. Момент подать. Зачем на вратаря в его зоне нападаешь? Ну да целый. Найс, найс. Да. В основном с первым держись, когда он уже на зону забегает, тогда на него нападай. Ну давай, давай. Ты только супер сделай. Ты говоришь, выходишь, не выходишь, я уже до середины добегаю, ты мне потом только говоришь, уже поздно. В чем смысл тогда? Надо сразу выходить при разводке. Второй раз. Я уже все нажал. Не хочу я играть просто. Заметно. Ну, у нас фигня такое просто. Мы бежим на игрока. Зачем-то. Я веду, вот, я выхожу, ты зачем-то почему-то назад не отходишь вообще. Да, успеет. Ну, мне раньше следить. Если хочешь, чтобы я вышел, назад отбегай. Хотя бы. А вот тут... Прям на ходу. Ну тут смерть. Повезло. Есть справедливость в этом. А какой тайм у нас? Первый. Мы можем выиграть, давай, соберемся и выиграем. Ты чё? Не, мы не выиграем. Я не получаю. Далеко отскочил. Да, мяч получил и стоит, смотрит, как на него бот приземляется. Чё, Рик, смотри. Ты видишь, нихера мне ничего не получается. Походу, а чё у тебя не получается? Походу тот же синдром, что был у меня, против, когда я против вора играл. Просто на разводке не хочет. Чё делать? Там не в разводке дело тоже. Я чё за пароль такой? Засрал пароль. Весь чат. Гневный пароль. Да в этом в чате. Не, я говорю гневный пароль. А, гневный. Нет. Блин, когда он успевает? Отбивается писать. Но, видишь, а тебя нету. Вот опять тебя нету, он стоит, просто бьет. Ты останавливаешься вот тут вот возле пятачка и смотришь, как я буду отбивать. Пускай вратарь там тащит, видишь, отскок какой был. Мог легко принять и первым быть. Беги прям с ним и все. А то он мяч откидывает, он мяч еще принимает и бьет по воротам в пустые. Трудно отобрать у Куньо мяч, особенно когда он этого сам не хочет. Особенно когда он Италии играет. Блядь, нахуя. Хорош, хорош Куньо. Вот опять на бота даже, бот, на бота прыгаешь. О, блин. Зачем на бота прыгать? На тебе по уху ладошкой.
О, кто такой Ждун? В РК. Может, Жгун? Нет, именно Ждун. Ну, он, посмотри. Узнавайте на ваших Ждунов. Отвлекаюсь, блин. Супер просто. Да я же Липецк, Удопи, ты чё? Он Ждун, да, всё. Да Ждун. Транзистор там чат успевает читать, наверное. Пока особо работы нет, вроде. Да. Я не могу его обойти вообще. Почему? Ты батов даже не можешь обойти. Да. Батонов. Ну, может, выпьете? Что ты крутишь? Все, пошли в бой. Вон, даже да в зоне как-то убивают. Короче, пошел я обратно. Блин, а чё я А нажал, что ли? Ты чё? Я не знаю. Ой, извините. Ну, нормально, я что-то тоже побежал. Аллах Акбар, давай. Все нечестно. На бота бежишь, бот тебя хоп, и все. Бота даже врезаешься, даже локтем тебя не хочет бить. Бля! Пока сбежит. О! Подкат матрицы! Да что это такое? Я ботов ударяюсь, смотри, и меня выносят, блядь. Я где-то летаю. Супер делать. Ну, он вышел там полностью. Я прыгнул, у меня не прыгает нормально. Вот силен. Ой, куда лежит? Ты не ударил. А плюс ББ надо было. 8-4, ура! 8-4. Пиздец. Ждун, ждун. Ебать, как он? Ждун, ждун в маленьком саду. Я ждун, пацаны. Вот я знал, что вверх будешь крутить, потом подумал, что вниз типа опять. А я ждать Mind Games. В современных играх называют Mind Games. Mind Games. Mind Games. 10-4, это 104. Я понял, такой с моноклем, такой тролль. До свидания. Даже не супер. И с умершим бокалом. Чё, пока. Игры как-то называются Mind Games. 5-0. В новых. Счёт? В новых, да. Часто это выражение используют. Мафута, я к Мафуте обращаюсь. Ты не хочешь продлить мини-баттл? Ты любишь продлевать. Может быть, это твой... Это твоя возможность продлить? Блин, только не со мной. А что смысл? Ну ты предлагал там до скольки угодно, только не до 5 побед. Я ж слышал. Допи, ты ушел уже. Ты имеешь в виду. Имеешь в виду удлинить. Смысл. Продлить. Спасибо, спасибо. Продлить. Удовольствие нам. Спасибо, транзистор. Ну, от меня тут. Да, что-то... классно сыграли. Да, молодцы. Странно, что тебя никто до меня не позвал. Я тебя последним уже выбирал. Ну вот, кстати, один на один я проиграл. Вообще очень тяжко было, я помню. Один на один турнир был. Капец, я там ничего не мог вообще. Не знаю, просто так, может, видимо, действительно, было, действительно 2 на 2. Действительно, 2 на 2 и 1 на 1 абсолютно разные игры. Да, нифига себе. Этот самый. Не, ну просто как бы в 1 на 1 тоже есть вождение, дриблинг, ну, удары по... Не, ну, там единственное, что против бота нужно как-то по-своему быть. Ай, не знаю, короче. Есть что есть. Мне кажется, зависит от настроения просто, от настроя на игру. Я вот сижу, блять, у меня как будто глаза закрываются уже. Ну я вначале волновался, ты же на клавиатуре играешь, да? Нет, на джойстике. А, нет, ты на джойстике, а кто там на клавиатуре играл? А, это Дюна, кажется. Я на Дюну орал. Вспомнил. Не стал Мафута продлевать мини-баттл ваш. А чё, в смысле не стал? Таким образом, почему я должен продлевать? Ну, я тебе предложил. Ты не хочешь продлить мини-баттл? Какой смысл его продлевать-то? Это можно другому. Они же выиграли, правильно? Каким образом продлевать? Каким? Обычным образом. Ты же сам сказал, чтобы играли не до 5 побед там. До скольки угодно, но только не до 5. Вот. Так это, а я-то тут при чем? Ну ты же сказал, ты же организатор. Я как организатор, я тебе предложил, может быть, продлишь мини-баттл. Так, кто слишком...
постоянно интересоваться у кого-то. Вопрос такой, почему я должен его продлевать? Ну, в смысле, каким образом? Наш противник был. Я тебе предложил его продлить, а ты уже думай, будешь ты это делать или не будешь? Ну давайте я продлю. Давай, я продлеваю. Ты продлеваешь? Пиши финальный пост. Попута продлевает мини-баттл. Вы не выиграли. Я продлеваю. Я бог. Что мне надо сделать дальше? Следующий финал, играем до скольки побед? В смысле, как следующий финал? Ну, следующий финал. Третий розыгрыш, в смысле? Да, третий розыгрыш. Да я не знаю, я... А почему я-то... Опять! Хочешь, сколько хочешь, столько и сделаешь. Я не знаю. Я тут ни при какой. Не, ну я... Чё? И какие будут правила по таким играть? Вот... Образец идеального игрока, который совсем согласен. Не, я-то не совсем согласен, но... Если будут правила такие, то что уж теперь, зарегистрировался, играй. Вообще есть предложение от Рика поступило, чтобы провести блиц-турнир по Гол 3 1 на 1. Вот так. Когда, сейчас прям? Нет, не сейчас. Может быть через неделю. Ну, пожалуйста, мы всегда рады. Мы всегда уедем к бабушке. Блиц-турнир. Мы всегда гады. Да. Поздравляем обладателей железной башки Куню и Транзистора второго розыгрыша. Именно они выиграли абсолютно все свои встречи во втором раунде у трех команд. Или у скольки вы там выиграли? У четырех команд это достойная чемпионская игра, заслуженный кубок железной башки достается им. Ну и мне осталось только закрыть этот стрим. Следующий розыгрыш по железной башке будет скоро. Мороз как скоро? Да весной надо уже там. Когда-то скоро, да. Ромарио порадуется. 1-3 проводить. 1-3. 1-3. После баскетбола. Всем пока. После баскетбола, то это не скоро тогда. Там немного вроде зарегалось.